Доброго времени суток, друзья! Вы на канале HardRessotInfo. Перед нами Samsung Galaxy M22. И в этом видеоролике мы вам покажем, как включить стабилизацию картинки в камере на данном телефоне. Для того, чтобы это сделать, мы заходим в камеру нашего устройства, в левом верхнем углу нажимаем на шестеренку, после чего ставим галочку возле стабилизации видео. Если у вас здесь стоит галочка, то ваши видео будут более плавными и вообще приятными для глаза. И на этом мы будем заканчивать. Если у вас остались какие-то вопросы, то пишите их в комментариях. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока!